Ты конкретно, ну, за спиной, да, делаешь там свои мутки, покупаешь, подкупаешь, боишь, чтобы там кто-то проиграл, обещаешь какие-то там реванши, еще что-то. У меня есть запись, я тебе не просто так говорю, если надо будет, мы приедем и обоснуем в любом месте за свои слова. От меня исхода не было, исход был от других людей. Вот этот момент мы поднимем, давай вот эту тему, я хочу, чтобы эта тема открыта осталась. Я тоже вот Ильхона сказал, серьезно относись. Ну, дай бог, он сделает. Насчет вот этот деньги, я не знаю, взял как бы. Ты проделаешь деньги? Ты чё? Ну, и остальные. Он же 3000 отдал. Он потом отдаст, да, остальные? Конечно, отдаст. Я ожидал эти деньги. Он даст. Чтобы это гарантия была, да? Ну, с гарантией моих слов тебе достаточно. Да, то, что ты сказал, понятно. Дай бог, конечно, ты чё, я его, несу, блядь. Он не такой, он нормальный, он. Ты же сказал потом еще это, реванш устроишь-то. Да, реванш, да. Ты отвечаешь, да, за это? Надо красиво. Да, реванш, конечно, я постараюсь, но это не от меня зависит, от Лиги же. Самое главное, если им интересно будет, почему нет, он за один не даст отдыха. Я вчера же сказал, все под твоим контролем будет все. Вот поэтому говорю, чтобы потом не было. Смотри, ты давай так будем разговаривать, может, с тобой лицом лицо никого нету. Я такой человек. Если я говорю, я постараюсь по максимуму это сделать. Организовать. Понимаешь? Дита, ну это же ты сейчас мои же слова подтвердил, что ты за 2 дня до боя в курсе этих был дел, правильно? Ну я тебе говорю. Ну ты в курсе же? Ты в курсе был? В курсе, да. А мы нет. Да, а мы нет. Я тебе из-за этого говорю. После таких движений не делай здесь, блядь, говори брат, мрат. Для меня это такое сильное слово, понимаешь? Слушай, это для тебя может быть, потому что ты мне не близкий, понимаешь? Да и слава богу, нахуй, что я тебе не близкий. Паша, иди отсюда. Пошел ты сам нахуй, гадон. Дита, тихо, ты чё там так разговариваешь? Tinchmisiz, ishlaringiz joyidami, Brad? O'zgar qolmadikmi planlar? Birpas to'yga solishgandan keyin biroz o'pka kiraman aka, esingizdan chiqarib qo'ymang, iltimos sizdan. Bu kunlarga kelishdi o'zi bo'lmadi aka. Xolisa, ota-onam oldida. Yuzimni yorug' qilavering, Bradjan. Brad, assalomu alaykum. Zo'rg'a vest qildim. 2 minutdan nariga kuchim yetmaydi. Qiynab qo'ymang.